Mission successful. You found the CED interceptor and you defeated the giant Homunculus. Homunculus. Вот это что было? Гигантский Homunculus. Это какой-то одноглазый, может, или, блин, что-то там такое. Такое название, блин. Интересное. Ну что? Сид Интерсептор — это был истребитель, такой же, как мы. Так, вирус. Значит, читаем. Краткое содержание или брифингс. The CED remain unaware of Travis virus experiments. Our scientists have started work on antivirus to combat his efforts. Our data, however, is quite old and we need to obtain a current sample. A PTMC mine on Ceres has recently been revamped and we show a new magnetic signature well below the surface. Dr. Swayze believes that this is where we should look. Значит, организация CED так и до сих пор неизвестны эксперименты Дрависа, который меня подставил. Вот. Но наши ученые начали работу над антивирусом, чтобы побороть его все старания. Но данные наши, однако, довольно старые, устаревшие. И нам нужно получить более современный сэмпл. Кусок, блин. Ну вы поняли, образец его. A PTMC mine is on Ceres has recently been revamped. Я вам уже читал. Значит, шахта на Ceres, это, наверное, тоже Луна еще одна вокруг Марса, недавно была переоборудована. Какое-то странно сказано здесь, ну ладно. И, в общем, not we show, наверное, we see a new magnetic signature. И нам видна какая-то, в общем, какое-то магнитное поле далеко, очень глубоко под поверхностью. И доктор Свейзе говорит, что вот именно там вот надо искать эти образцы. Вот так вот, в общем. В общем, смотрим на роботов. Так, здесь нас ждет какой-то новый робот такой пурпурного фиолетового цвета. Индустриальный летающий робот. Так. Он был сделан для того, чтобы производить работы, но может атаковать. В общем, так, что здесь еще? Вот этот робот еще есть. Он такой довольно сильный. Он стреляет по нам из пистолетов. Так, какие у нас тут информационные разные данные. Test labs typically have a high temperature heating system in place to prevent virus infection. В общем, лаборатории для тестов, в них расположена система сильного нагрева, чтобы предотвратить инфицирование этим вирусом. Although it's probably not essential to disable, shutting down a system like this could buy a lot of time when you get close to the virus. В общем, это не обязательно делать, но если мы уничтожим вот эту вот систему от такого сильного обогрева, что я вообще ее не помню, это нам даст больше времени, когда мы подберемся к вирусу. Вот. Это нам поможет, в общем. Elevators. The only feasible way to get to the magnetic signature coming from below the mine would be via some sort of elevator. Look for this system and
descend through it to the bottom. It should lead you to an area where the virus is contained. В общем-то, мы должны отыскать такие вот лифты, так называемые, и через них попасть в самый-самый низ. Так, о, у нас есть выбор. Теперь какой выбор себе истребитель? Есть истребитель Феникс, и есть истребитель, на котором мы так и летаем, Pyro GL. Вот об этом нужно хорошо подумать. Значит, этот более быстрый, этот более медленный. Феникс, значит, maneuverability rating 8. А у этого 4.62. Значит, Феникс более маневренный и быстрый. Shield rating 1. 0.85. Shield rating. Стандартный. Minimal output. Значит, у Феникс менее защищенный. CCM grade magnetic repulsory wave device. А тут ACM grade magnetic repulsory wave device. Не знаю, что такое. Ordinance. Mid-level primary fuselage configuration with a maximum secondary payload of what? 100 missile storage in internal base and an external hard point. Мы можем 100 снарядов, а тут 66 secondary payload, 66 missiles. Значит, у него он что, может носить меньше? Да, скорее всего. Значит, у нас не по 15, а по 10 здесь будет снарядов. Значит, missile сложный. Wingspan 13.5-13.7, это шире и длиннее, блин. Этот выше, а этот у нас меньше. То есть он в дырку может пролезть, какую-то такую узкую. Вес Феникса вес меньше, у этого вес больше. Значит, у Феникс он быстрее, но в нем помещается меньше снарядов, блин. Какой смысл? Он, конечно, выглядит типа по-другому, может и покруче выглядит, но где нам нужна скорость? Где-то в космосе. Короче, блин, даже не знаю. Здесь больше снарядов, зато... Знаете, вот когда летаешь и заканчиваются снаряды, не очень прикольно. Давайте-ка выберем Pyro. The asteroid appears to have some pretty heavy security defenses. We've located some sort of power source near your current location, which might help lower some of these defenses, if you can disable and destroy it. Good luck. В общем, мы высадились на астероиде, и нам сообщили, что здесь очень много самолетов, и в общем очень много здесь, большая здесь защита, большая защита астероида, но здесь какие-то есть переключатели, или которые можно активировать, и защита будет немножко уменьшена. В общем, надо найти эти переключатели. Вот, так что здравствуй, дорогой посетитель. О, по нам кто-то стреляет. Так, короче, тут есть такие... А вот, движутся, видите? Вот мы здесь увидим такие вот самолеты, которые по нам прям, видите, целые... Стреляют, блин. Вряд ли наш... Ляли ракеты его догонит. Слишком быстро перемещается. Ну-ка. А нет, ты смотри. Может... А ну-ка, сейчас. Нет. Смотри, как он вернулся, дрянь-то. А, он выпустил новый вид оружия, блин. Он просто выпустил этот новый вид оружия, но мы его можем достать. Так. Давай. Тяжело, если честно. Что сделаешь? Ого. Вот посмотрите, что у нас здесь такое.
Это новый вид оружия, мы его скоро найдем тоже. У нас пока... Есть такой у нас воздушный бой с этим истребителем. Довольно такой, блин, неубиваемый. Спрятаться вот здесь, вот спрятаться надо. От этих наводящих ракет. 5, что ли? Смотрите. Нифига себе, как это так. Хорошо, хоть нас предупреждает, блин, система приближения. Так. Вот они, 3 новых вида ракет, самонаводящих ракет. Называется циклон. Значит, циклон лучше запускать где-нибудь снаружи на поверхности. Либо, если вы уже решили запустить... Смотри, а. В помещении в каком-нибудь, то... Так, что у нас здесь? Нет, это... Нет, ничего не происходит, видите? Чем это он нас стреляет? Слушайте, да он стреляет огромными снарядами. Вот эта пушка. Она стреляет в нас. Просто толпой разных снарядов. Ну ладно. Значит, что происходит? Ну, нас высадили на астероиде, по-моему, Серес называется. И здесь находится... Лаборатория Бункер – это организация PTMC, и нам нужно добыть образцы вируса. Более последние образцы, потому что все данные, которые у нас есть, уже устарели. Так, главное, чтобы он... А, не, у него, по-моему, пулемет на очередь тоже есть, да, или нет? Слушайте, еще. Нет, слушайте, это не пулемет, это просто количество, это... Смотрите, он нас стреляет... пулеметной очередью, но не простыми пулями, а снарядами. Ну, мы не сможем ничего сделать с этими пушками, поэтому нам нужно быстро шухериться. Можно скорее... О, блин, посмотри. Еще одна пушка. Давайте шухеримся, пока не поздно, пока весь нас тут. Быстро пускаемся. По нас сейчас будет... По нам стреляет. Сохранюсь. Так, а что это? О, и новый вид оружия. Microwave. Пушка. Microwave Cannon. Ну, видите, какая она. Ну, она, у нее, в принципе... Я даже не знаю, честно говоря, практически никогда не пользуюсь. Не знаю, чем она хороша. Может, черты хороша. Она похожа чуть-чуть... На огнемет, можно сказать, своим размахом. Я думаю, где-нибудь вблизи. Вблизи можно и пользоваться, если рядом роботы. Видите, вот этот истребитель гоняет. Значит, идем, ищем. Посмотрите на поверхность этого астероида. Она вся в таких кратерах, потому что это просто кусок камня громадных размеров. И на этом астероиде, блин... Здравствуйте. О, кстати, мы можем сейчас... Можем сейчас попробовать, знаете, еще запустить циклон. Надо так его, естественно, запустить, чтобы, например, вот сейчас, смотрите, что у нас есть. Видите, я немножко... Ни хрена. Циклон надо так запускать, чтобы ему еще хватило, этим снарядам хватило места на разворот. То есть как так он будет приближаться какой-нибудь. Например, вот так вот сейчас сделаем. Смотрите, видите, он приближается. Весь циклон ушел на то, чтобы убить этот пулемет. И он остался жив. Сыр. Запустили вверх. Так, ну и куда? Куда, блин?
Оп, шоу. Да, похоже, циклон бесполезен. Блин, вот у нас тут есть бессмертие. Но пока нам ничего сложного нет. Вот так вот я просто расслабился. И меня здесь, елки, другого выхода здесь нет. Я не могу пройти. Или могу. А нет, приехал пройти. Слушайте, да я прямо. Просто радостно и весело. Что здесь? Нет. Но этот нужно смыться. Блин, ты смотри. Да, самонаводящая ракета лучше, конечно, запускать. Блин, да что ж такое? Так, чтобы он не смог от вас. О, блин, он запустил два циклона. Вообще произошло, такое случилось. Все-таки по нам стреляет. Ладно, держи. Видите, как корабль далеко, а нам все-таки удается в него, блин. Блин, можно было осколочным запустить. Они развернулись, все-таки исчезли. Ёлки, что? Что за... Блин, ну вы поняли. В общем, воздушный бой у нас тут на всю катушку, ёлки-палки. На всю катушку. Они все выпускают по нам эти циклоны. Что сделать? Ой, я еще. Видите? Нужно спрятаться. Они за нами летят. Срочно спрятаться. Все, нам повезло. Мы спрятались. Чуток. Так, а где же... А вот. Так, пока я смерти не беру. Так. Так, все, вроде все. The surface system primary control is now vulnerable. А, понятно. Значит, нам сказали, что vulnerable. А вот это вот нам нужно уничтожить. Они стали уязвимыми. Все, мы. Disable surface defenses. Мы. Уничтожили вообще полностью все пушки, все полностью уничтожено. Защита поверхности полностью уничтожена. Так, что тут? Ну и музыка такая начала играть, типа веселая. Так, слушайте, у нас почти полный пулемет. Брать какой смысл? Ну ладно, возьму же, что делать. Ладно, идем, выйдем. Вот они, давайте. Воздушный бой. Ну, теперь можно не волноваться. Пока у нас защитная система. Смотрите, смотрите. Нам все равно сейчас. Нам все равно. Пока что. Такое, знаете, как будто... Вот теперь надо валить. Как будто горячие такие какие-то... Что-то горячее падает в воду и сразу остывает. Это такой звук, когда нам попадает во время... Так, пулемет можно уничтожить. Вот он выпустил. Видите, как он издалека выпустил, чтобы дать циклону. Возможность...
Ты где? Блин, я так подставляюсь под этот пулемет. Давайте-ка его уничтожим. Тем более у нас тут... полно этих снарядов, которые нам... Кстати... Не нужно. Так, смотри, а. Так, елки. Главное чуть-чуть хотя бы двигаться, хоть чуть-чуть. Достать, конечно, простым лазером бесполезно. Так. Смотри, а? Смотри. Почти. Да, уже все, этого мы уничтожили. И тот тоже уничтожен. Все отлично. Так, возьмем циклоны. Да у нас из циклонов просто. Смотрите сколько. Пять циклонов, 6. О, вот это вот, кстати, тоже хороший снаряд. Smart Missile. Умный. Называется он умный. Умная ракета. Так вот. Чем она хороша, эта зеленая ракета? Тем, что ее можно просто в стенку выстрелить, я вам покажу потом. И это от стенки потом ничего не упал, в чем дело. Смотрите. Почему здесь нет входа? От стенки потом выпускается такой шар очень быстро. Он просто мгновенно летит прямо. Нет. Прямо в сторону врага и уничтожает его. Практически любого врага может уничтожить. Так, что здесь? Вот видите, пушки они обмякли. Все, можно спокойно здесь все обсмотреть. Значит, здесь есть один из входов подземелья бункера. Вот тут даже новые роботы есть. Так, все зря. Вообще-то зря я так сделал. У меня такая была классная возможность. Хотя этот робот тоже прямолинейный, видите. В принципе, долго. Попробуем сейчас циклоном. Циклоном. Даже и не надо. Ничего пробовать. Сколько у нас циклонов? 8 циклонов, отлично. Слушайте, да у нас вот этих циклонов. Ну там будут в подземельях такие большие, огромные пещеры, в которых можно, в принципе, циклон будет запустить. Надо все посмотреть перед тем, как... Так, нет ничего. Все ясно. Значит, здесь могут быть в каньонах какие-то переходы. Места, которые мы могли пропустить. Похоже, все истребители уничтожены. Так, здесь ничего нет такого, здесь тоже ничего. Тут какая-то яма еще, может здесь что-то интересное? Смотрите, здесь вообще какая-то просто секретная яма. Может даже сюда зайти, что как-то поспокойнее кажется. Или сразу мы попадаем в огромную такую пещеру, мне кажется. Ну-ка посмотрим здесь еще. В общем, входов здесь хватает. С разных сторон.
Здесь можно запустить будет циклон. Где он? Вот он, циклон. Циклон и смарт. Два смарта и 8 циклон. В принципе, циклон можно запустить. Ой. Ёлки-палки. Что-то облом здесь, честно говоря, погибать. Конечно, блин, что сделаешь? Я его уничтожил, он продолжает в меня попадать. Давай. Так, все готов. Довольно непросто попасть. А вот здесь можно спрятаться было. О, кстати, кто-то еще там стреляет. А, еще здесь. Ёлки-палки. Это место для того, чтобы прятаться, что ли? Такое место для того, чтобы как-то типа прятаться и стрелять. Блин, что-то я ничего не помню. Все. Нет ничего. Так, здесь, похоже, огромная пещера, в которую можно будет выпустить циклон. Так, пулеметная лента, отлично. О, здравствуйте. Вот сейчас, смотрите, мы сейчас сделаем. Нет, так. Как же нам сделать? Как же нам лучше так сделать, чтобы выпустить этот циклон, чтобы он зря не пропал? Где-то вот. А я знаю, куда. Надо выманить их на поверхность. Давай, 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 давай. И вот на поверхности. Сейчас я их выманю. Вот они за мной идут. Отлично. Сейчас я так вот сделаю, смотрите. Все, теперь наблюдаем. Твою мать, вот это я, конечно, ступил. Это я ступил, конечно. Что же сделаешь? Я думал, циклон развернется, но... Давай, давай, давай. Так, в одного вроде как что-то попало. Да, что-то... Что-то, если честно, толку не очень много. Да, что-то толку не очень. Толку что-то не очень много, если честно. Ну-ка, давайте попробуем новым оружием. Microwave. Сикемайн, кстати, срабатывает, потому что они прямолинейно двигаются. Нет, ты смотри, давай, 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 сейчас, ну-ка. Нет, ты смотри. Так, этот есть. Где я был? О, еще один. Видите, его практически не видно, он такой серый. Ёлки-палки, вообще так. Его не видно вообще. Наш Seeker Mine здесь, может быть, подманить его вот так вот, смотрите, ну-ка, тоже не глупый. Когда ж тебя замочить можно, а, чувачок, давай лазером сюда. Близко подпустить, где ты? Это у меня моя мина взорвалась, можете себе представить? Как я протупил вообще.
Ладно. Также с... А нет, есть. Охладитель есть. Охлаждается быстрее. Ну ладно, заходим в эти пещеры. Уже начнем с пещер опять же. Уже слышу какие-то электронные... Такие звуки, тоны. Тоже надо посмотреть. Вот тут что-то вроде есть или нет. Нет ничего. Так, здесь пока что-то ничего интересного нет. Это будет более полезен здесь. Вот видите, смотрите. Блин, ты смотри. Что здесь? А вот ничего, ничего. Где? Заманим их всех сюда. Давайте и сюда вот сейчас. Осколочными снарядами. Вроде бы как хорошо сделал. Бесполезно, короче, бесполезно. Ну давайте-ка циклон. Уже этот циклон как раз и... Циклон сработал вот на этого робота только. Все, готов. Интересно, вот я вот лазер выстрелил, я выстрелил лазером, например, вверх, да, и куда он улетит? Вот он летит, летит, летит. И вот эта энергия, как долго и куда она долетит, это интересно. Так, что-то у меня тут не очень-то много и снаряда, вообще практически нет. Тут еще есть напалм ракета. Ракета с напалмом, ее хорошо в потолок над целью, и тогда напалм как раз опустится и огнем зацепит противника. Так, здесь ничего нет. Тут очень много есть разных ходов, выходов, заходов, блин, вот видите, всяких круговертий. Здесь можно... О, нет, так нельзя. Да, это, конечно, и нам тут тоже достается. Каждый раз вот это... Не знаю, получится ли не здесь. Получится ли здесь циклон раскрыться и взять цель. Посмотрим. Да, получилось. Смотрите. Ладно, хорошо, давайте попробуем, знаете, еще. У нас есть смарт есть. Два смарта, таких вот роботов больших, вот этих два смарта как раз одного хватит на одного большого робота. Блин, а тут чего? Вот это, кстати, тоже неплохие. Такие разрывные, огромные. Блин, морское, что за... Тут, в общем, надо везде заглядывать. Ну, попали в какие-то просто... пещеры. Так, тут, по-моему, еще рано сюда идти. Хотя бы, чтобы нет. Вот, смотрите. Вот здесь находится... Смотрите, чем он у нас стреляет. Он по нам стреляет новым видом оружия. И надо держаться от него подальше, я вам скажу, от этого оружия. Потому что если вас попадет... Вот этим вот... Он все готов. Нет, ничего. Я попал, когда что-то такое. Это... Так куда что-то? Вроде как
столько раз попадал, и все без толку. По-моему, нам сюда еще рано идти. Я слишком быстро нашел. Так, ленту взял. Еще одну ленту. Еще. О, ракета напал. Вот она как раз и пригодится посреди, видите? Жиздец, блин, зря. Вот этот вот Пакт Мортар. Мне надо было вот прямо сейчас и запускать. О. Так, что у нас тут? Я слышу звуки. Вот, смотрите. Five Mass Energy Driver found. Transmitting security camera signal. Five Mass Energy. В общем, мы нашли здесь... А дверь закрыта. Мы сейчас взорвется еще. И нас убьет. В общем, нам нужно вот там вот это обезвредить. Снаряда таких классных выпустил. Напрасно. Так, ну я пока помню, куда идти. Сюда вот. Я потратил 3 громадных снаряда и напрасно. Практически не зацепил. Ладно, что же сделаешь, блин. Что же сделаешь, так и будет. Хотя можно было одним смарт выстрелить. И все получилось. Ладно, что же сделаешь, так и будет. Так, какой-то включатель мы. О. Значит, охладитель есть. Открою-ка я, активизирую-ка я смарт. Смарт — это умная ракета. Пока что-то ничего тут нет. Central room access granted, door unlocked. Центральная комната теперь нам доступна, дверь открыта. Все. Там нам нужно уничтожить будет энергетическую подпитку, блин. Вот. Смотрите, вообще, как эти... Вот сейчас, кстати, смотрите, что можно сделать. Можно, например... Смотри, мне нужно хотя бы как-то хоть уходить от этих... Блин, короче... Я себе подмонастырил. Еще один. Вообще может быть. Из-за того, что мои снаряды попали в этот вот драйв. Видите, this device requires direct activation. Этот прибор. Этому прибору нужна активация. Непосредственная активация. То есть. Там есть какой-нибудь включатель, который нужно включить. У нас есть только 43 жизни. Чё? Ломанулись, блин. Где этот девайс? Да где включатель? Где переключатель? Тварь. Чё, где? Super laser. This is engine magnetic accelerator activity. I don't know if this will help any, but it may be coming from some sort of particle accelerator or perhaps a kind of magnetic lift system. Just getting found.
получилось у нас что-то или нет активизировать. Активация получилась хоть какая-то или нет. О, кстати. Ну, мы что-то активизировали, вот смотрите. Enable descending accelerator. А, я понял. Мы, в общем, мы активировали лифты. Здесь такие есть лифты, которые с огромной скоростью опускают вас в самый низ лаборатории. И они должны были быть активированы, это то, что мы сейчас сделали. В принципе, можно сюда валить теперь.